В этом году центру кинезиса исполнилось 8 лет. Многие люди ходят туда с самого открытия. Как поделились посетители центра, они любят и постоянно посещают занятия. Хочется сказать большое спасибо этому центру, пожелать им долгих лет еще существования, пожелать всем людям, ходящим сюда и будущим, которые придут сюда заниматься, выздоровления, хорошего здоровья и счастья. Самое главное – мира. Я хожу на тренировки топинг-жим, мне очень нравится. И я поздравляю любимый центр с днем рождения. Очень дружный коллектив, все такие доброжелательные, классные. Приходишь сюда как домой. С днем рождения, любимый центр. Мы ходим тоже в центр на тренировки, на программу «Топим жир». Скорректировали свою фигуру, свой вес. Всем советуем. Любимый центр, поздравляем с днем рождения, желаем процветания и очень много клиентов. За годы работы центра кинезиса успешную реабилитацию прошло множество людей, пострадавших в авариях, а также после инсультов и инфарктов. Многих интересует вопрос, что это за центр, чем мы занимаемся и что это вообще. Хочу сказать, что это не тренажерный зал. Хотя у нас здесь есть тренажеры. Тренажеры специализированные, многофункциональные, на которых выполняется ряд упражнений, прописанных врачом, которые он назначает после диагностики. Люди, выполняя эти упражнения в декомпрессионном состоянии, это означает, что нет нагрузки на позвоночник. Поэтому у каждого занятия индивидуальные после осмотра врача. Программа не повторяется. При первом приеме в центре современной кинезитерапии человек проходит консультацию и осмотр у специалистов, а также мышечную экспертизу на тренажерах. После диагностики опорно-двигательной системы врач составляет индивидуальную программу. Стоит отметить, что в центре занимаются не только люди пенсионного возраста, но и самые маленькие тимиртаусцы. Также хотелось бы отметить, что в нашем центре мы проводим компьютерную диагностику стоп, компьютерную диагностику позвоночника, для того, чтобы уже с раннего возраста ребенка выявить какую-то патологию, проблему со стопами, либо проблему с позвоночником. Это как у нас принято у детей, это у многих плоскостопие, сколиозы, кифозы и тому подобное. У нас есть аппарат, мы делаем эти диагностики. Также мы изготавливаем индивидуальные ортопедические стельки для деток с 3 лет, ну и для взрослых, соответственно, тоже. Не обделяем внимания мы самых маленьких. Деток от 3 лет мы проводим занятия ЛФК. Для подростков проводятся комбинированные тренировки. Ну, для наших милых дам у нас есть фитнес-тренировка. В программу «Топим жир» входит у нас кардиотренировки, силовые тренировки, фитнес-танцы и йога. Стоит отметить, что в центре реабилитации работают квалифицированные инструкторы, врачи-кинезитерапевты и реабилитологи. Напомним, что центр кинезиса находится по адресу улица Амангильды, 130, 2 этаж. Ольга Цуканова и Дмитрий Косыгин. Новости Тимиртау.